Сегодня мой первый день без сигарет. Я много раз пытался бросить курить. И все это было безуспешно. Я узнал про метод Алена Карра. Легкий способ бросить курить. Почему я именно сейчас бросил курить? Потому что вчера вечером я вышел искать эту сигарету. Я стрельнул ее на пивнике. 10:30 ночи. Я в шортах. Почему я здесь? Из-за этой гадины. Она заставила меня выйти из дома. Мне надоела эта гадость. С этой минуты я бросаю курить. Особенные сигареты. Первая сигарета утром, сигарета с кофе, сигарета после еды. Время 3 часа дня, не покидая чувства, некуда деть руки. Прикольно, конечно. Где-то вдалеке, внутренний голос, именно мразь какая-то внутри сидит, и от одной сигареты ничего не будет, от одной затяжки ничего не будет. Сейчас я целенаправленно намерен бросить курить навсегда. Может, кому-то это видео поможет бросить курить и замотивирует освободиться от сигарет. Чувствуется чувство голода. От этого чувства голода вполне реально избавиться. Самое главное — решить у себя в голове. Если вы решили, что вы бросили, то вы бросили. Везде есть риск. То есть, в принципе, я могу сейчас взять и закурить эту сигарету. Мой организм даже хочет этого всего. Но своей головой, своим мозгом я понимаю, что я отказался от этого всего. Сколько времени я откладывал все это. Пора бы уже начать что-то делать, что-то менять в своей жизни. Деньги, которые я тратил на сигареты ежедневно, я собираюсь не просто копить их, а именно инвестировать.